Мы, друзья, продолжаем находиться в квартале от улицы El Camino Real, только с другой стороны по сравнению с прошлым объектом. Значит, вот там вы видите, табличка висит. Скажи, Свет, что это? Это 3 спальни, 1,5 туалета. Так. Но площадь... Я объясню, 1,5 туалета, один полный туалет с ванной, да. А другой просто туалет без ванны. Да. Так. Ну, с умывальником. Да. Но площади здесь меньше, чем там. Там было 1190, а здесь 1144. Чуть-чуть меньше. Чуть-чуть ты меньше, знаешь, но... само место, мне кажется, это более паршивенькое такое. Ну, там более зачуханное. Да, там более спокойная, тихая улица была. Здесь как-то оно не очень. Вот люди со всех сторон идут, тут видно. Киверленд – это тоже хорошая школа. То есть тут тоже школа более-менее нормальная. Ладно, идем. Тоже Homestead High. И домик, послушай, ну даже на домик, если посмотреть, он тоже, в общем-то, выглядит немножко, как сказать, поскромнее, чем тот. Да, но они больше денег хотят. А сколько они хотят? Они 100 хотят. Сколько? 100. Ну, они, может быть, рассчитывают на другую сумму, как и там. Этот домик, конечно, находится в таком очень плохоньком состоянии, такой совершенно не приведен в предпродажное состояние. Вот вы видите... Карпет чудовищный старый, кухня, смотри, кухня, санузел, черти какой. Такое все очень и очень в плохоньком таком состоянии, все очень старое. Вот тут у нас спаленка детская, видно, 2 кроватки стоят. Так, тут еще одна побольше. Вот, телевизор старый, смотрите, какая... Старина. Я даже не знаю, такое впечатление, что здесь пожилой человек жил там последние 30 лет, ничего не меняя, и умер. Вот, может быть, так. Я не могу сказать наверняка, но вот так чисто внешнее впечатление такое. Здесь мебель старая. А, еще один туалетик тут вот такой. Без ванны. Вот эти полтуалетика. Это мы с вами в гараже. Гараж? Ну, хороший. Гараж симпатичный. На 2 машинки. Так вот, дверь, можно сказать, у него новая, так? В общем, полно хлама всякого. Сейчас мы выйдем на улицу. Светочка, что ты скажешь про вот это все хозяйство? Я хочу сказать, что мне дом этот нравится, потому что так, у него есть... Пойдем ходить, пока будем, да? У него есть именно такой building potential, очень хороший. То его можно расстроить? Его можно расстроить, потому что он не приведет. Знаешь, во-первых, его не жалко ломать, что там нечего жить. Ну да, не положены деньги, да. Приведение в порядок. А так. Я думаю, что он поэтому дороже стоит. То есть он стоит дороже, что в нем можно много чего сделать. Да, и дело в том, что вот этот за гаражом. Вот это место. Вот все место. Это, в принципе, да. Потенциал, быть, да. Это очень хороший потенциал. И тут нету никаких главных окон. То есть вот эти вот окна из ванной комнаты, их можно сделать санузлом. Вот эти маленькие, да. Можно через крышу освещать, да. Так. То есть хороший такой объект, 1,100,000. Хотя, я думаю, они больше хотят реально получить. Ты берешь вот это 1,100,200,300 и вот вперед. Тут ничего вообще нет. С агентами сколько они ожидают. Ага. Но здесь тоже идет, смотри, это... А какой лот у него общий? У него лот чуть-чуть меньше, но у него не 6 соток. У него... Чуть меньше, ну видно, видно, что 5,814. Так, это кухонька. Кухонька, кстати сказать, можно сказать, относительно маленькая. Шкафчики. А плита, конечно, очень старая, и холодильник очень старый. И вот тут очень старый. Линолеум старый. Вы, друзья, видите телефон старого образца. Гудит, гудит, не то слово. Вот. А, там надо опять поднесу к системе. Гудит, но просто я как связист не мог пройти мимо. Вот. То, что вы видите здесь, это часть ливинг-рум. Мы туда не попали с самого начала, но она есть. Вот там входная дверь, через которую мы сюда попали. Я просто не хочу мешать, там агент беседует. Этот дом полон старой мебели, там 50-х годов. Очень прикольно на все это смотреть. Да. Предметы старины. А на камине стоят фотографии детей и выпускной класс. Но я думаю, что уже сами эти дети, может быть, на пенсии давным-давно, а может быть, это... То есть у тебя тоже было ощущение, что просто умер пожилой человек? Умер кто-то, да, в этом доме, да. Ну, явно там пожилой человек пошел. Вот, ну и дети распродают, собственно, но жизнь продолжается. Вот такое, друзья,
не то, что стоит 1 100 000, не хочу так сказать, а просят за него 1 100 000, а может быть реально уйдет и за 1 300 000 и 400 000. Ну да, да, с хорошими школами нормально, тут достраивается этот дом. Ну отлично, хотя здесь, конечно, более шумновато, тут машинки прибегают, чем вот предыдущий наш объект. Продолжаем движение, Света.